Ну, продовжуючи вже тему політичного футболу, в який грають з нами політики, іще один наш експерт, мій колега по тому, що 15 років було на екранах українського телебачення в футбольних діалогах, академік Академії людини Американської, Сполучених Штатів Академії, майстер спорту міжнародного класу, колись директор академії, футбольної академії «Динамо Київ» Анатолій Шепель, який працює плідно, ну, представляючи Україну зараз в білоруському спорті, спортивному телебаченні, журналістиці часто. Отже, Анатолій Миколаївич, тільки що говорили ми з Сергієм Івановичем Ковальцем, дійсно, хороші рецепти. Ну, от, стратегія має бути відповідальність, політики мають відповідати за те, що вони роблять. Як ви на це дивитесь? Ми, ну, от в 17-му році ми підемо вперед. Я вам скажу, іноді кажеться, що іноді сторона вместе з тими, хто сьогодні ініціює і робить ложну активність во власті, іноді приходиться робити два шаги назад, щоб хоча б шаг вперед. Но, в принципі, для того, щоб зробити шаг вперед, ми вже зробили три шаги назад. І, в принципі, удивляє мене друге, коли починають говорить о многих вещах. Какие политики? Какие здесь политики? Я вам скажу, формулировку слова «политика» я нашел у архимандрита Константина, который написал «Россия перед вторым пришествием». Он четко определил, политиком может быть только тот, который поймет мистическую сущность вещей и событий. Если кто-то понимает, о чем я говорю. Ну, вы... то для наших політиків це ви... Ні, так наших політиків ви розумієте, що я навіть не знаю, там бивший цей прем'єр-міністр, як його там, який куля в лоб кричав. А, я ценю. Да, я навіть не розумію, фамілія настільки у них складна, що дуже складно запам'ятати те, що вони говорять. І в принципі ви розумієте, що сьогодні говорять о том, що безвіз, я вже устав від цього, але хочу вам сказати. Та всі вже втомилися, але не треба нам. Що дає вам лично безвіз? Це перше. Цього. Ну, вони зараз там грузин хочуть запустити молдаван, я був в Молдавії, але це не вважає, це ужас один. А далі наступний вопрос. Європа кичиться тим, що така культурна, така человеческая. Я вам скажу, страна тюльпана в Голландії. Они же почему-то не говорят, что свой капитал они вывозили из колоний, не говорят. Франция не говорит о том, сколько они вывезли из этих колоний. Германия тоже молчит. Я не говорю о том, что Англия творила, начиная от Индии. Так я вам скажу, Голландия 350 лет только вытаскивала с Индонезии практически капитал. Сегодня они на этом капитале сделали, как они говорят, демократию, но для себя. И в принципе... Надо понять одно, что страны, любая страна, она эгоистична. И поэтому, что касается, мне жаль эту молодежь украинскую, все дело в том, что здесь, в Украине, включая университет Тараса Григорьевича Шевченка, такие умы были, развивались фундаментальные науки. А для того, вы там учились на кибернетике? Ну, для того, чтобы прикладные развивать, конечно, нужно развивать фундаментальные. И поэтому я вам скажу, все настолько лживо и настолько сейчас неправомерно, начиная с былинного прошлого, потому что история уже начинает многие расшифровывать. Но это мы... совсем другое. Совсем другое. Я вам скажу, мне понравилась статья, там, где Сталин, когда война началась и когда, в принципе, немцы поперли, как он быстро реабилитировал Хмельницкого. Это же выдающийся полководец. Выдающийся. И, в принципе, когда говорят о Хмельницком, я скажу, что гений этого человека, который сумел воплотить многие вещи. Там рассказывают про какую-то польскую жену, то, что еще. Пускай прочитает, по-моему, Гребинка. Выпустил в 87-м «Украинская литература». С чего началась Калиевщина? Почему Богдан Хмельницкий от проводил свою такую политику? Вы вымагаете от наших политиков читать, когда книжок зараз модно. До речі, пересічні громадяни звертаються до книжок, читають дуже багато. І ця мода розвивається. Тільки не там, по-моєму. Ну, президент прочитав, скажімо, багато книжок. А от що стосується нашої Верховної Ради? Ні, ну, Верховна Рада, Владимир Васильович, давайте вернемося вже к Верховній Раді, поставимо точку, як ми ставили 15 років. А в конкретіці, що таке Верховна Рада? Ви мені скажіть.
Вот те, которые люди невежественные попали, списочный, там, партийный, списочный состав. Ну, если ты все время на телевидении, я вам скажу, у вас Майдан, почему я прихожу, более привлекательный, чем открыли вот это 112 или 115. Ну, там, и Грузия, там эксперты, эксперты. Ну, эксперты их тяжело назвать, потому что каждый второй эксперт, каждый знает, что делать. Потребные депутаты выступать, еще что. Вопрос к вам. Ну, если они там говорят о том, что нужно делать, ну, дайте им какую-то территорию на Украине, и пускай там сделают то, что они говорят. Но основная масса – это люди, которые ничего в своей жизни не сделали. Второе. Они проходят по партийным спискам. Но если они ходят по партийным, ты уверен, что тебя слушают это. Иди на мажоритарный округ. Отменить партийные списки, я посмотрю, как эти негласные, которые кричали, что открытые списки сделать, как они будут проходить. Они же считают, что этот народ идиоты. Тобто у вас альтернатива. Зараз вони всі кажуть, що не може бути мажоритарка, це все купується там. Да, нет, купується по партійним спискам. І саме не менше, так? Да діло не в этом, это же не пойманный. Тут же ситуация какая? Что они убивают? Вот это вот. Власть начиная с того, как вы говорите, незалежність. От чего незалежність, я не могу понять. Незалежність от того, что потеряли рынки. Незалежність от того, что промышленность стоит. Незалежно от того, что этот народ трудолюбивый страдает, и сколько он будет переносить эти страдания. Если сейчас пойдет перепись, я сомневаюсь, что 30 миллионов на этой территории находится. По одной простой причине. Очень технично идет геноцид. Очень технично. Да, вот тут есть подозра в том. С их стороны. Это включая любую вид деятельности. Да, надо же закончить с депутатами. Дальше следующее идет. Ты прошел по мажоритарке. Как они говорят, та громада, которая выбирала тебя, пускай, в принципе, имеет право, с учетом голосования 50+1, отозвать невыполняющего свои функции депутата. А не то, что они рассказывают и знают, что их тяжело туда выдернуть. И нужно устраивать, значит, третий Майдан или десятый Майдан. Ясно, что люди сейчас в очень серьезном напряжении. Но я вам скажу, это не альтернатива, это хотя бы шаг к тому, что они называют демократия. Сегодня же это... Одно название. Теперь возвращаясь к следующему. Но я вам скажу, стыдно. Стыдно Украина, когда, в принципе, пошло разделение. Это выдающаяся промышленно-хозяйственная, очень серьезная держава. Так, мы про промышленность не кажем. Мы теперь на аграрный сектор, який теж развален. Я вам так скажу, меня удивляет другое. Понимаете, вот как извращает то, что было. Значит, когда ввел Петр Аркадьевич Столыпин, ввел свои реформы, и Бланк сказал, ну, Ленин сказал, так. Что два года еще Столыпин продержится, все, никаких революций не будет. Ну, а в принципе, все остальное, как создавались революции, это все полное извращение. Как революция, кто на этом зарабатывал, оно же все равно выплывет. Я говорю о другом. Даже доска, которая с учетом того, где умирал этот выдающийся деятель, снята. Она находится как раз на бывшей Чкалова, сейчас Олеся Гончара, снята, не помнят своих, это следующее. Изменение, значит, улицы Ватутина. Декоммунизация. Да, декоммунизация связана с идеологией, а не с именами. Это выдающийся полководец. Кроме того, он же родился в Черкасской области. Как можно говорить о том, когда, кого же надо ставить? Кого надо ставить? Вот это куля в лоб или кого? Как не, ну тут все пройдет и их забудут. Это так. Нет, так дело в другом. Теперь возвращаемся к литературе. Литература, в принципе, понимаете, это общедоступное. Да, слово «культура» — это же, в принципе, славянское слово. Ни у греков, ни у следующей там, Византии, к сведению, там, так развивают историю о Византии, которая просуществовала полтора века. В принципе, в истории Византии нет ни одного выдающегося ученого. Историки, да, которые, в принципе, слова только хаяли. Исходим из чего? Я настаиваю на чем? Выдающаяся нация славян. Сейчас разделили. Я же не собираюсь дружить с Путиным. Я собираюсь дружить с теми людьми, русский, украинец, которые также, в принципе, хотят, чтобы здесь этот народ жил нормальной жизнью. Там в России их дуже мало таких. Вы понимаете, что мало? Они в таком же загоне, как принято здесь. Я не вижу разницы в идеологии, которая происходит, что там и здесь. Самое главное засунуть 20-10% правды, а остальное идет ложь. В принципе, она такая стереотипная и примитивная. Пропаганда и засобы массовой информации. Теперь так. Следующее, что касается литературы. Ну как
Там говорят, нужно читать. Как не читать в оригинале гения Гоголя, как не читать гения Толстого. Дальше, следующее. Переводы, в принципе, которые, например, я читаю, я вот Гребенко прочитал с большим удовольствием. Встречался с Александром Морозовым. Так этот политик пишет стихи лучше, чем вот эти все современные вместе взятые. Это так, к слову. Следующее, что я хочу. «Над пропастью лжи» Селлинджера. Это выдающееся произведение? Или «Коба Аба» «Женщина в кустах»? Ну, я думаю, что это не заборонять, потому что не читали. Дело не в этом. Так. Это вещи, которые принадлежат всему человечеству. Так. То есть появляются гении, которые светят то, о чем ты думаешь, но он тебя опередил. Что касается нашей несчастной страны. Назовите вид деятельности, где, в принципе, сначала вот самостоятельной Украины произошел какой-то прорыв или прогресс. Страна потихоньку уходит в такой кризис, из которого выйти практически потом будет невозможно. А невозможно почему? Значит, в свое время Конфуций сказал, миром управляют символы и знаки. Да. Знаете, и вот когда крадут знаки, когда и символы крадут, так как это сделал Гитлер. Я вам скажу, когда был в музее, я начал заниматься, я удивился, что Николай перед, в 17-м году выпустил купюру. А я в музее как раз был в Москве. Купюра 250 рублей. И там стоит знак свастиаста. Свастиаст отличается от знака свастики очень серьезно, по одной простой причине. Свастиаст — это правосторонний, свастика — левосторонний. Лево, так. Вот на 250 рублей стоит свастиаста. Счастье для всех. То есть, что он успел это. И почему вот этого знака боятся? Что сделал Гитлер? Я вам скажу, я начал заниматься вопросами Ницше, но, в принципе, у него полусумасшедшие идеи, которые воспользовался Гитлер. И он, в принципе, прихватил идеи Блаватской и Ницше. Вот вся его дело. И украл арийские знаки. И ясно, что его погибель была предрешена по одной простой причине. Это сплошной плагиат, который не соответствует никакой идеологии. Что касается, мне задают студенты вопросы. Ничего себе плагиат, миллионы людей загинули. Нет, вы понимаете, для того, чтобы перед тем, это же серьезные вещи. Идеология включает в себя что? Это нужно человеку вогнать сознание, что эти знаки арийские, они же выстраивали, у них же не фашизм. Фашизм был в Италии, и, в принципе, символ фашизма, фашио, да. Это символ топорик в прутиках, это римский знак. И, в принципе, никакого отношения. Они выстраивали по Гитлеру, выстраивал национал-социализм. И все кричат, мы не хотим национал-социализм. Так я вам задаю вопрос, а Швеция это что, не национал-социализм? А Китай это не национал-социализм? Это совсем другая форма и другая идеология. Что у нас печально? Мне студенты задали вопрос, Анатолий Николаевич, идентифицируйте слово «украинец». Я вам задаю вопрос. Мы должны быть объединены. Вот еврей кричит, я еврей, хотя имеет паспорт украинец. Татарин кричит, а я татарин, хотя имеет паспорт украинец. И титульная нация, которая задает мне вопрос, а кто же такой украинец? В принципе, по нашим славянским законам я украинец, потому что отец мой был украинец, а мать русская. И у нас всю жизнь был патриархат. К сведению, там, значит, какие-то нарушения. Вы думаете, что, какие идеи они предлагают? Вдруг, значит, не хватает количества женщин в парламенте, как вы говорите. Ну, гендерная политика. Гендерная политика? Да. Так ответьте мне, вы, если занимаетесь серьезным делом, вы же не будете участвовать, брать женщину, вы должны взять специалиста. А это уже вторично, но это же захлестывает. Ну вот мы, Анатолий Миколаевич, зараз візьмем, у нас сьогодні такий динамічний випуск, ще фахівець буде юрист найвищої кваліфікації. А щодо ідентифікації нації, то я скажу, більш актуально сьогодні громадянин України, хто б він не був за національністю, це громадянин держави, не байдужий до того, як вона, так як ви. Ми можемо погоджуватись, можемо не погоджуватися, але Анатолій Шепель все своє життя і в спорті, і у всьому, чому незручним був, тому що дивився в корінь і дуже багато читав і вивчав. Тому, Анатолій Миколаївич, давайте ми дійсно таку тему візьмемо і в наступних випусках отак проведемо тему того, хто ми є. Владимир Васильевич, я сделал небольшую ремарку. То, что вы сказали, идентификация украинца – это патриот.
и никакого, вот тут вот никакого отношения не имеет. Почему, я про паратеатизм, почему евреи говорят «я еврей»? У них очень сильная идеология. Почему татары говорят, что они татары? У украинцев чего у нас нет, я вам скажу. У нас нет серьезной идеи, у нас нет общей украинской идеологии. И что бы мне ни говорили, пока это не придет в умы украинские, ничего здесь не будет. Даже економіка не поможе. Отак, шановні телеглядачі, я думаю, що з цим не можна не погодитись. А не перемикайтесь, буквально ще через хвилину далі буде.